Победителями смотра конкурса «Ко дню города» стали около 30 компаний, коллективов и организаций, работающих на благо Нижнего Тагила в разных сферах. Медицина, строительство, образование, ЖКХ, волонтерская помощь и другие. Спасибо огромное за тот вклад, который вы вносите в развитие города, за ту работу, которую вы делаете, делаете в большинстве с душой. Среди образовательных учреждений награду достойны коллективы политехнической гимназии, 181-го детского сада, 1-й музыкальной школы, торгово-экономического колледжа, а также Нижнетагильского государственного социально-педагогического института. В этом году вузу исполняется 80 лет, и главная его заслуга перед городом – это подготовка педагогических кадров, преподавателей, воспитателей, учителей. Конечно, наши выпускники дальше идут и в области, и в регионы, самые разные Российской Федерации, но первая задача – это, конечно же, наш родной город Нижний Тагил. Это наша главная заслуга. И нужно отметить, что в этом году у нас бюджетные места на первый курс были увеличены. То есть страна тоже понимает, что мы вносим большой вклад именно в это направление деятельности. Конкурсная комиссия отметила заслуги творческого коллектива Дворца культуры имени Окунева под руководством Алены Камешковой и сотрудников Музея изобразительных искусств во главе с Мариной Агеевой. В этом году наш музей отмечает 75-летие, и мы готовимся к этому, отремонтировали фасады. Идет благоустройство скверов, которые окружают нас. Лучшими в сфере стройиндустрии признаны Нижнетагильский завод металлических конструкций и компания «Стройкомплекс». Глава города Владислав Пинаев поблагодарил строителей за рекордные сроки реконструкции 72-й школы. Начав работать весной, заканчиваются они уже к 1 сентября. К 1 сентября 72-я школа уже не закрыта, примет детей и начнет свой учебный процесс. Поэтому спасибо большое за работу. Награду достойны коллективы дорожно-строительных предприятий «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис» за реализацию масштабных ремонтов и ежедневный труд по обслуживанию тагильских дорог. Новая дорога, да, по которой вот в один день мы едем, на ней ямы, на следующий день едем, она уже новая, всем заметна и все это отмечают. Но работа, которая ведется каждый день в круглосуточном режиме, она на самом деле тоже важна, о ней нужно говорить и хотелось бы, чтобы жители это ценили. Победители смотра конкурса среди районов и градообразующих предприятий наградят на торжественном собрании в честь Дня города. Оно состоится 9 августа в Драматическом театре. Александр Мешков, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.